Всем привет, вы на канале Ленка, мне сейчас хотят догнать. В прятках. Ты продолжаешь играть? Да. В прятки? Да, прятки. В какой игре? В Лайткрафт. В Лайткрафте? Да. Пипец. Нет, меня догнали. Что-то все теперь желтые. Ой. Ленка. Что ты рычишь? Не знаю, что такое погерчим. Не самое страшное. Мяу. Капец, меня выбрали. Кто быстрее? Я быстрей. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Я гепард. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Вы что, будете там, пока вы добежите, у вас вся энергия закончится, и вы умрете. Потому что у вас здоровье закончится. Надо пету взять. Я тут средняя, конечно, по уровням. Ну, я прибежала еще дальше. Ну. Вообще-то я думала, волк первым, вторым прибежит, а гепард третьим. Ладно, будем ждать. Все, я пока посплю. Они там сейчас будут бежать. Ладно, уже прибежали. Ладно. Хочу и волка ждать пока. О, ну что так долго? Быстрей. Я пета хочу взять. Все, я пета беру. Все, пета, ты тоже спи. Мы пока поспим тут. Погерчи. Я съем два. И ты два. Все, все поправили, мы 2 и 2. Атаку и пунь-пунь-пунь. Понятно, что ты волк так долго. Они драконы.
И все разные, только нету зеленого. Эх, жаль. Ну ладно. Знаете, втроем из сотки мы... Красотка загинула. Я еще не потратила столько жизни. Тунь-тунь-тунь-тунь. Да, я сейчас тоже умру, кажись. Самая средняя и сама атакует. А, нет, еще и волк помогает с петом. У меня тут пет самый сильный. Я думаю, что я вообще-то по правде должно у волка быть самый сильный питомец, то что он выше меня уровня. Что я теперь должна одна атаковать, понятно? Ну, у меня пет 170-го, а у него маленький очень. И представляете, я с ним, ну, знаете, как я с ним подружилась? Это он меня вызвал на бой, ну, я проиграла, и потом он извинился, что он победил меня. Я сказала ничего, и потом мы дружили. Вот так вот. Хоть у меня и пятый был сильный. Я что и делаю? Я пытаюсь тут не помереть. О, красотка уже прибежала. Ну, у нее 102-й. Ладно. Питомец, вся надежда... Мой питомец, вся надежда на тебя, чтоб ты тут победил. Хоть я и не эксперт, у меня... Вообще, когда эксперт, уже пет должен быть на 200-м, по правде. Я сейчас помру, кажись. Давай, убей меня, чтоб я вас умерла. Я бегу. Там волк не справится один. Ваша. Прибегу. А троем-то не так и легко победить. Ща, подожди. Скорость восстановлю. Где? Где? А, вот. Ща. Ой, нет. А ну и сюда. Не, мне не нужна еда. Спасибо. А, давай, кусайся. Я отомщу за своих друзей. Давай, питомец, ты там тоже отомщай за своих друзей-питомцев. Хотя питомцы никогда не помрут, если их не убрать. Вокруг часовые стрелки и вокруг не часовые стрелки. Я бегаю туда-сюда. Как-то странно я бегаю. Ну ладно. Может, мне так удобней. Когда я нафиксированный. Вообще, по правде, я люблю нас... Ну... Сейчас я играю на свободной. На свободной мне в обычной игре тяжело. Я лиса иду. Я пытаюсь вам помочь. Чё вам? Чё вам надо? Опаде. Спасибо. Так, я пока покушаю, а вы пока подстойте тут. Тунь-тунь-тунь. Тань. Я не могу пока сейчас сказать спасибо, потому что я атакую. Красотка, ты тоже атакуй, а то нам тяжело одной мне. Хоть у нас и петы слабые. Но у меня самый сильный. Так. А, это волк. Я думала, что сюда горилла пришла. А, главное не помереть. Спасибо, что оглушили.
Я вон тоже. Я... Ой. Кажись, мне сейчас сандала удара. Думаю, сейчас помогу немного. Так, пет, кусай, кусай, кусай. Крохотка. Кусай. Пет, кусай, я пока не могу. Так, надо сейчас быть осторожной. Иначе мне придет конец. Тун. Так, надо пока отбежать, 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 отбежать. Отбегаем. Так, где тут змея? Пытаюсь отбежать. Нет. Сейчас я тебе помогу. Ок. Получай. Ой. Да уж. Долго мы будем кусать этого босса. Так. У меня энергия закончилась. Пока я с вами тут бегала. Ладно, как-нибудь сейчас докусаем. Шесть про это жизнь хп. О-о-о. Дыра тут и горела. Не ожидала я такой подляночки. Ладно, ща, подождите. Какой? Мне сейчас энергии не хватит, и я улечу на небо. И на этом у меня все закончится. Нет, дайте мне восстановиться. Давайте, питомцы, давайте. Я вам чуть-чуть помогу, тут подгрушу. Фух, дайте. Чуть-чуть покушать. Эпа, ты тоже кушай. Так, мы пока постоим. Чуть-чуть. Я постою, Эпа может пойдет помогать. Вот. Ну, сейчас до 130 восстановлю. Все, побежали. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Ого! Осталось вот это вот по сипке. О! Пипец нам. Тынь. Тынь. Так. Глушу. Хоть у меня энергия закончилась. Ура! Так, дайте станцуем танец. Уфаем. Нет, пока... У Хепы пока больше всего жизни. Ну, он мало потратил. Ладно. Все много потратили. Я два раза, один раз, по-моему, умерла. Вок, ты тоже давай кушай, а то мы тут все съедим, и тебе ничего не останется. Обычно в долине гигантов, там мы бегаем на волка, на барашека, на льва. Я, когда у меня жизни мало, я захожу в огород. Все, не больше. Только один без маски. Ладно, я, наверное, побегаю, попрокачиваюсь. Ого, тут у них ХП. У меня есть.
Йоута фиолетовый. Ну, фиолетовый больше подходит. А, ну, у тебя маска такая. Давайте у всех разные будут. Я сейчас нацеплю красную. Сейчас, подождите, у меня есть красная. А, не обману, у меня есть красная, вот. Только вот таких вот, с такими перьями, они мне больше всего понравились. С перьями они мне больше всего понравились. Ну, у меня их нету. У меня 3 штуки нету и 3 штуки есть. Вот так. О, котики. Котики-пантерчики. Ух ты, мне чуть-чуть осталось. 146-го. А, на снеговики. Ладно, снеговики. У меня, надеюсь, есть снеговики. Да, у меня есть снеговик. О, 154-й. Сейчас у меня будет 146-й. Вот так. Сейчас у меня будет. Как-то не сильно дракону моему розовому не идет. Как-то не сильно ему такая маска. Ну ладно. Давай же, закусывай. Ура! 146-й. Попробовать сегодня до 150-го прокачать или до 160-го. О, горилла. Она у меня по квесту. О, сейчас будет 10 горилл. Мы одни на сервере, если кто не понял. Я тут сама еле понимаю, что они пишут. Потому что я на сервере самая маленькая. Кому-то там 10, кому-то 12. Тук. Да, долго еще кусать. Ну ладно. Всем пока и до скорых встреч. Ну уже идет 17 минут.